почистим. Угу, без шуток. Идет! Но сначала носки. Не срывай! Он еще не спелый. Премьера на телевидении. Волшебное дерево желаний может исполнить любую мечту. Хоть бы окружающие не пугались меня. У меня просто зубы такие. А? Но есть одно правило. Ни за что, ни за что, ни за что, ни за что не срывайте последнее семечко. Ты обязана исправить свою ошибку. Это будет самое опасное твое путешествие. Это мимимишка? Не трогай его. Да что они сделают? Затискают нас до смерти? Дерево желаний. Сегодня в 19:30. Пап, смотри! Большую анимацию на солнце. Весна на солнце. Этот ролик длится 20 секунд. Казалось бы, так мало. Но не для вирусов ОРВИ. Попав в организм, они начинают размножаться. Время работает против нас. Но есть орбидол. Он препятствует слиянию вируса с клеткой. И механизм размножения вируса нарушается. Орбидол. Готов к борьбе с вирусами гриппа и других ОРВИ. Сменить провайдера давно пора. Трижды замуж, Теле2. Во-первых, можно в тариф включить домашний интернет. Во-вторых, 3 месяца за него оплаты нет. Я в Теле2. И в-третьих, его можно прямо сейчас легко подключить. И даже не нужно никуда ходить. Переходите на сторону домашнего интернета Теле2. Теле2. Другие правила. Упс. Опять же пересохло от сосудосуживающих. Не превращайте слизистую в мумию. Алифрин. Для увлажнения и защиты слизистой при лечении насморка. Когда головная боль загнала в угол, примите Нурофаст с направленным действием против боли. Нурофаст. Покинь территорию боли. Хорош грустить! Зато со мной в роуминге выгоднее! Не меняй тариф. Просто выбери другого аппера в приложении, чтобы настроить условия в свою пользу. Билайн. На твоей стороне. Трикризан. Трикризан. Способствует лечению ОРВИ, укреплению иммунитета и восстановлению сил. Трикризан. Будьте здоровы. Премьера на телевидении. Жизнь этой школьницы поменялась в один день. Здесь твой новый дом. Это круто! И теперь... Обалдеть! Она учится в Академии волшебства. Так теперь ты учишься с нами? Новые знакомства. Вампир, перевертыш, волшебница, фея. Привет! Ты мне нравишься. И таинственные загадки. Готово, готово. Ждут подростков и их мам в Академии сверхъестественного. Академия сверхъестественного. Премьера анимационного сериала 17 марта, 17:30. Она невероятна! Только на солнце. Септолет и Тотал с тотальным действием против боли в горле, воспаления и инфекций. Mm-hmm.